Центре творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» сегодня состоялся 5-й юбилейный выпуск класса будущих полицейских. Поздравить ребят пришло немало гостей. Я не сомневаюсь, что есть профессия Родину защищать, а есть профессия защищать покой наших граждан. И здесь, наверное, обыденная служба, она, конечно, героическая, но, наверное, очень сложная и трудная. Я что бы хотел пожелать ребятам? Во-первых, чтобы ваша мечта сбылась, чтобы вы стали полицейскими, следователями, криминалистами, юристами и так далее. Напомним, что проект класса будущих полицейских был создан в 2013 году при поддержке администрации Щелковского района и межмуниципального управления МВД России «Щелковское». Он стал первым в Московской области. Учиться в классе могут ребята из 8, 9, 10 и даже 11 классов. Занятия проходят на базе Центра развития досуга «Романтик», а курс длится 2 года. Мы с каждым годом расширяем свою программу, учебные планы и особенно внеурочные мероприятия проводим. Экскурсии, круглые столы и так далее. Вот это да, и мы стараемся расширить диапазон вот именно нашего знакомства именно с системой правоохранительных органов, вообще не только полиции. Вот последний раз мы приглашали представителей из таможенной службы Российской Федерации, уголовно-исправительной системы. Ребята с большим интересом слушали. Всю жизнь мечтала пойти по направлению юриспруденции, и тут открылась такая возможность. И именно меня порадовало, что это отзывчивый коллектив, это очень хорошая команда подготовки. Она подает материал достаточно интересно, понятно. Всегда можно подойти и спросить, что непонятно, мне очень понравилось. И постоянные экскурсии, вылазки, поездки на выставки, творческий коллектив. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».